Что ты говоришь? Блин, а подковырку я не взял. Ага, не кусает. Что как кусают? О. Это расплод. Расплод. Друзья, всем привет. У нас сегодня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Ну, начнем с плохой. У нас сломалась стиральная машина. Но это все ерунда. Как она у нас сломалась? Она у нас просто загорелась. Вспыхнула. И вспыхнула не где провода, а вспыхнула на крышке. Я не знаю, откуда у меня силы взялось только, чтобы я ее вытащил на улицу. Дело в чем? Обычно мы включаем стиральную машинку, нажимаем на какой-то режим и уходим по своим делам. Я обычно выезжал в город, она сама отключалась и все дела. Но теперь я этого делать не буду. Смотрите. Вот так она у меня была закрыта. Я ее вытащил, она вся грязная. И вот тут она у нас загорелась. Представляете, друзья? Это просто что-то с чем-то. Фу, вовремя я заметил. Я просто отходил, и когда давал кроликам, я чувствую, что какой-то запах такой, какой-то прям... какой-то паленой резиной. Потом раз, захожу, дым везде, копоть. Я быстрее отключаю, откручиваю, бегом эту машинку на себе, она горит, вся в дыму. Я ее вытащил на улицу, и в итоге пока она стоит тут. Завтра мы ее разберем, возьмем моторчик оттуда, кому-нибудь подарим. Или на дробилку поставим. Дальше у нас очередное кроличье пополнение. Что-то крольчихи у нас совсем с ума сошли. Почему с ума сошли? У них начались массовые окропы. Просто массовые. Ну, это хорошо. Пойдемте посмотрим, что у нас новенького. Да, уже молодежь начинает озорничать. И заметьте, это все самки. Все самки. Ну, за исключением вот этого человека с больными ушами. Я их частенько обрабатываю. Ну, вроде как наша старина держится. Так. Самое интересное. Сейчас я покажу, где у нас окролились. Я туда не могу пролезть, но камера у меня пройдет. Смотрите. Я сперва хотел это все убрать, потому что думал, будет попадать дождь, как-нибудь будет их беспокоить комары, но прошел ливень, и они сухенькие. Так что пускай здесь и находятся. Их никто не трогает, не беспокоит, пускай там тусуется. Да, комары их немножко кусают, но сейчас я сверху пухом их накрою, и будет им счастье. Еще. Это я пока за интересные места. Еще одно место. Ну, я когда уезжал сейчас в город, крольчиха нарвала пух. Не факт, что там что-то у нас есть, но мы посмотрим. Я отодвинул шифер. Ну-ка, отойди. Так. Пока еще ничего тут нету. Ну-ка, давайте посмотрим. Очень много пуха. Это очень хорошо. Пока пусто. Да, еще момент. У нас первоокотка была крольчиха. Она окролила одного кролика. Ну, вряд ли кто их мог тащить, потому что у меня есть кошки, но они к маленьким крольчатам относятся нейтрально.
Ну и тем более они не пускают на свою территорию чужаков. И этого кролика я его положил в общую кучу. Он сейчас там тусуется с молодежью. Вот в первом, вон там он у меня находится. Один кролик, вон. Я его туда отнес. Вон туда, вон. И он с ними сейчас тусуется. Его мать, мамка, приемный 100% примет. Вот. Сейчас я поставлю свою лучшую ловушку, которая у меня стояла на дубу. Поставлю ее в том месте, где мы поймали рой. Я ее все разобрал, подготовил. И мы выдвигаемся, поедем на скутере. Закрепим ее как-нибудь, я думаю. Ну что, мой прикид готов? Сапожки. Чтобы змейки нас не покусали. Так, я думаю, не упадет здесь ничего. А я там не проеду. Друзья, вы не представляете. Хоть сейчас и вечер, но я сейчас стал вешать ловушку, и уже начали кружить пчелы. Ах, не смотрите на меня, что я такой сырой, я просто запарился. Так, может быть, это остатки того роя, а может быть и нет. Так что будем наблюдать. Завтра рановато приезжать. А вот денька через 3, а лучше через 4, мы сюда приедем и посмотрим. Так, пока солнце не село, хоть и далеко ехать, я попробую съездить на другую локацию, посмотреть нашу ловушку, которая стояла на сосне. В моих видео я ее ставил. Смотрите, кто не видел, где эта ловушка находится. Сейчас посмотрим. Если до темна я успею доехать, то все хорошо. А если как будет съезд в лес, солнце сядет, я да не поеду, потому что я ни хрена там не увижу. Так что давайте попробуем все-таки до туда долететь. Вот почему я одеваю эти сапоги. Потому что здесь ходить просто невозможно, невыносимо. А кстати, рой с пчелами, который я поймал здесь, вы не представляете, я его тащил до машины 2 км. Вот представьте, где у меня машина стояла. Вон там, вон, сейчас фокус не ловится ни хрена. Вот вон там у меня где-то машина стояла, потому что там есть небольшая дорожечка. И я туда, как говорится, ставил машину. Вот, небольшая у нас производственная травма. Я полосанул по пальцу какой-то там проволочкой тоненькой, сеточкой, и расхерашил палец. Вроде порез не глубокий, нет, точнее, порез не большой, но очень глубокий. Так что вся эта кровь полилась на ловушку. Хотел заснять, думаю, да ну нахрен. И может быть это привлечет пчел, каких-нибудь пчел-вампиров. Так, друзья, мы успели. Вот я иду сейчас к нашей ловушке. И я понял одну вещь, что в лесу комары гораздо больнее кусаются, чем где-то в доме или в парке. Вот именно в диком лесу они просто злые, как собаки. Так, так, так. Вон она, наша сосеночка. А, вон она, господи, я думал, ее не найду. Ну, я, в принципе, ни на что не рассчитываю. Просто мне, чтобы успокоить душу, надо сходить посмотреть. О, смотрите, как здесь красиво. Блин, уже темно. Ну, относительно темно. Качество записи, наверное, будет с шумами, так что не обессудьте. У меня нету крутой камеры GoPro 25. Так, ладно, сейчас посмотрим. Блин, вот эта ловушка, она офигенно гармонирует с этим деревом. Просто вот достойно кистей художников. Уть, уть. Так.
Короче, тут, наверное, будет не видно. Фу. Но он там находится, но там ничего нету. Потому что сейчас вечер, но все равно какие-нибудь пчелок летали даже вечером. Короче, ни хренулечки. Ну, все равно я отчасти рад то, что если бы там были пчелы, мне пришлось бы снимать эту ловушку. А мне так не хочется снимать именно с этого дерева. Там сучки. Ох, это ловушка на сосне, это что-то с чем-то. Колючки, вот эти сучьи хрупкие, все ломкое. Но эту ловушку на сосну я ставил в виде эксперимента, чтобы посмотреть, как будут пчелы реагировать на сосну. И вижу, что они реагируют не очень. Но давайте сошлемся на тот факт, что я ее поставил довольно-таки поздно, в конце июня. Давайте подождем. Все-таки, может быть, что-то мы и получим. Так, ну все, друзья, что? Чего-чего? Поедем. А то наши ушастые друзья по нам соскучились и проголодались. Потому что кто, если не я, покормит их вкусностями, капусточкой, морковушкой и прочими сладостями? Их! И возьмем даже им приверочечко. Да еще здесь в двух местах растут дикие яблоки. Они очень сладкие. Я когда не вел YouTube канал, я тут яблоки собирал и делал из них сидр. В этом году мы сделаем и сидр, и самогон. А, да, еще я забыл. Делали мы на нашем канале самогон из яблок или не делали? Надо посмотреть. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал. Фу. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Давайте советы. До встречи. Пока. Ох.